Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку Санкт-Петербургу. Хочу вам показать культуру зайца на Петропавловской крепости. Ну, почему заяц? Вот сейчас расскажу. Когда Петр пришел к власти и начал заниматься обустройством города, ему предлагали обосноваться в крепости Ниеншанс. Но эта крепость далеко была от моря и плохо защищала подходы к реке. Но после этого царь Петр обратил внимание на небольшой островок. Финны его называли Иенисари, вот так, наверное. Ну, что как бы переводилось в Зайчий остров. Хотя до этого говорят, что он назывался Веселый остров. Остров находился в самом широком месте устья реки. Длина его 750 метров, ширина 400 метров. Ну, собственно говоря, здесь-то и началась история северной столицы. Здесь была заложена крепость Санкт-Петербург. Ну, поэтому здесь заяц и стоит такой красивый. Я все искал тоже этого зайца сделал, но вот пока не нашел, кто эти воятели. И надо еще сказать, что это не единственный заяц, не единственная скульптура зайца на Заячьем острове. Есть еще маленькие скульптуры заяц, который спасся от наводнения около мостика. Ну, много тут зайцев скульптур, поэтому будете в Питере посмотреть. Ну, вот и все. Все, всем пока, всем привет. Будете у нас в нашем городе, зайдите на Петропавловку. Там как раз такая прекрасная скульптура зайца, которую очень любят окружающие и гости, да и не только гости. И мы тоже любим этого зайца. Все, пока, всем привет.